Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. В последней серии мы пробрались в подвал. Через подвал мы вышли вот в эти вот, на нижние уровни этого замка. Тут у нас куча опасных врагов, таких как эти вот ниндзи. Но мы получили новую броню. Она не намного лучше нашей, но в ней мы стали еще более подвижными. Так. Назад. Нет, спасибо. Хотя, по идее, да, он прав, мне нужно назад, потому что если я сейчас пойду к боссу и потеряю 8000 душ, тихо, 8000 душ, то ничем хорошим не закончится. Давайте сходим сюда, посмотрим. Так, вот они эти. Так, спереди засада. Опасайся лево. Блин, обожаю ваши советы. Остайся левого. Слева у нас, значит, кто-то там пасет, да? А ты заманиваешь. Оп. Вот бы сейчас с двух сторон они меня взяли. Ой. Это было тупо. Так, ну. Блин, ну что ты. Что ты мнешься-то, а? Иди ко мне. Не очень удачно. Ну, в принципе, они не такие сложные, как могли бы быть. Какая-то новая дверь. О, ништячок лежит. Лжец. Кто лжец? Закрыто. Так, сюда надо запомнить эту дверь. Сюда попадем, когда поймаем ключ. Большая душа, хорошо. Надо будет ее тоже сейчас использовать. Так, что у нас здесь? Похоже, тоже ничего. И мы сейчас пойдем назад к костру. Потому что столько душ я терять, честно говоря, просто не хочу. Это будет самым печальным событием за последней серии. Если с моими душами, 8000, что-то случится. Но мы куда-то поднимаемся. Так что praise the sun. Так что вполне возможно, что мы пойдем куда-то в хорошее место. Опять дебильный смех. Жуть-то какая, да? Вот такую в темноте увидишь в коридоре, то есть в туннеле. Это же обалдеть. Чё продаем? Так, уменьшает кровотечение. О, это полезная штука однозначно. Так, ну 5 это много будет. 3. Так, это против яда. Тоже пригодится. Так, ну такую возьмем. Я не понял, чем она от этого отличается. Это лечит яд, а это уменьшает яд и токсин, устанавливает статусы. Возьмем одну. Дангпай, то есть отправляет врага, но кроме того и самого себя. Это огонь на правую руку. Так, хорошо. Полезный торговец. Кстати говоря, стрелы. Стрел давно я не покупал. А что, 50 сразу? На все деньги давайте. 92. Хорошо. Вот и решили проблему с лишними душами. Так, тебе есть что мне сказать? Я не уверен, честно говоря. Nothing good ever happened to me in life, but now that I'm undead, I've never been happier. Какая-то жуть. Так,
Так, я примерно представляю, куда это ведет. У нас, помните, там была дорога закрыта к Файрлинг Шрайну. Это, скорее всего, оно и есть. Потому что туннель, судя по всему, тот же самый. Тогда мы сейчас сходим туда, зажжем костер, восполним аптечки и пойдем к этому боссу, если это босс. Так, тебя. Тебя. Вы что там творите? Хорошо. Хорошо. Так, вон наш костерчик. Подожди. Про тебя я забыл. А, подожди. Там еще один есть. Ну пусть стоит. Раз не задирается, пусть живет. А ты кто? А, подожди, тебя же мы спасли в прошлой серии, да? Oh, hello. I regret meeting you under such compromising circumstances. At least we both made it back unscathed. Ладно. Так, подожди. Oh, hello. Terrific to see us both in one piece. And pray that you never go hollow. Как скажешь. Так, все, восстанавливаем. Сколько там нам для левела по одного нужно? 3678. Я думаю, нужно ли нам оно сейчас. Давайте посмотрим, сколько у нас вообще душ. Две больших души. Поскольку они восполняют-то? Да у нас не хватит. Так, ладно. Я, пожалуй, вот это копье изменю-ка на лук. Вот так. И теперь у нас 92 стрелы. Это, по-моему, просто прекрасно. Причем стрелы не просто, не абы какие, а по-настоящему хорошие. В основном, конечно, придется пользоваться оружием ближнего боя, но я думаю, стрелы нам завсегда пригодятся. Лишними точно никогда не будут. Так, ну возвращаемся. Так, давай прыгай. You can do it. Опа! Хорошо. Кишки наружу. Сюрприз. Слабаки. Хорошо. Так. А ту крыску мы трогать не будем. Черт бы с ней, как говорится. Пойдемте попробуем войти в тот туман, что у нас там будет. Уф. Длинный коридор. Длинный коридор. Меня, кстати, радует моя новая броня. Я в ней так вот по ощущениям на микроскопические, конечно, миллисекунды, но стал двигаться быстрее. Не надо этого, пожалуйста, тут. Так, больше идти некуда. Нет, только туда. Тут у нас ниндзя. Гопники. Давай. Ах, скотина. Ассасин. Оп. И нет ассасина. Хоп. Ах, скотина подвижная. Ладно, вообще без проблем. Так, а там что внизу у нас? А, ну это мы знаем. Тихо. Офигеть. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, псина.
Так, ну ладно, сопротивление яду у меня довольно неплохое. Че там, больше никого нет? Вроде нет. Так, ладно, подлечились. И... фу, с богом. Твою мать! Это про этого козлиного демона говорил тот торговец, который я убил. Блин, он меня с двух ударов сдул, а там с ним еще собаки. Увидели, да, какие у него огромные секиры? Вернее, это не секиры, это мечи были. Так, ладно, я жажду мести. Мы ничего особо не потеряли, у нас было 1000 душ, конечно, но... это, я думаю, мы переживем. Так, по-быстрому возвращаемся туда. Давай, прыгай. Это мы все уже проходили. Да блин, че, вообще охренел, что ли? На голову мне прыгать. Оп. 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 Хорошо. С этим-то уже вопросов никаких. В принципе, ладно, хоть недалеко. Хорошо, что я этот срез открыл. А то проходить все время там, через тех ассасинов, которые наверху. В количестве 3 штук. 2 партии по 3 штуки. Это было бы гораздо более сложно. И у нас уходило бы гораздо больше аптечек. Не знаю, сейчас у нас все получится. Вот увидите. Сегодня у меня правильный настрой. Хотя, кого я обманываю? Меня просто порвали в прошлый раз. А, подожди. Просто разорвали в прошлый раз. Он мне чем-то напомнил... пирамид Хеда. Только, собственно, без пирамиды на Хеде. На своем Хеде. Упал. Или упала, скорее. Судя по пропорциям. Так. Тихо. Не убивайся, пожалуйста. Да твою мать! Я уже ненавижу этих монстров, этих собак. О, я могу забрать свое прямо отсюда. Ладно. Конечно, не так много, но все же. Так, блин, надо ли восполнить? Давайте восполним. Так. Последнее. Погнали. Сразу бежим вперед. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну как мне обойти-то? Просто выносит, офигеть. Я бы смог обойти его, если бы собака меня не тормозила. Вот это как раз та вещь, про которую я говорю. Удары у них очень слабые, но очень противные. Блин, эти собаки, я не знаю, как без собак с ним справляться. А уж с собаками-то это вообще кошмар, по-моему, будет. Так, раунд 3. Раунд 3. Блин, как мне начать этот бой, чтобы при этом не быть убитым этими тварями? Ой. 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 Ой, ой, прыгай, прыгай, урод! Твою мать, ну это же просто какой-то капец. Раунд 4. Дубль 4. Ну ты, сука, в моем списке уже. Ты никуда не денешься из него. Нормальное начало. Не спорю. Тихо. Спокойно, мать твою.
Фу, так. Тихо. Аккуратно. Ой-ой-ой, какой ты страшный! Как ты меня задел, блин, наверху-то? Оп! Так, ну чё? На меня-то сверху падать не надо. Так. Я, похоже, понял последовательность действий, которая может мне помочь. Ой, бежим, 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 бежим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да бляха-муха, как ты меня задеваешь? О, мне хана. Фу, так. Я могу, я могу. Бежим! Давай! Давай, давай, давай! Слабак! Офигеть! Вот это было! Бляха-муха. И всего 6 тысяч жизней? Да вы издеваетесь надо мной. Ладно, мы зато получили ключ в глубины. Фу, бляха-муха, вот это вот. Ох, я вспотел, мне нужен душ. Пока что самый сложный бой был в игре. Ох. Я сделал это. Пишет. Я тоже доволен. Так. А что, тут больше ничего нет? Я сюда чисто за ключом ходил. Так, ключ от глубин. А это, я думаю, что ключ к тому месту вот тут вот, где я был уже. Нет? Фу, 8 тысяч жизней. Мне сейчас нужно вернуться бы к костру. Скотина. Вот это вот был упоротый враг. Теперь зато я знаю, что под пирамидой, у пирамид Хеда. У него там, значит, козлиная морда. Да, это тот самый ключ. И оно ведет еще ниже куда-то. Так, не сходить ли мне... Не потратить ли душу? Может, тут у нас как-то... Как увижу, что тут все плохо, так сразу надо отступать, короче говоря. А пока что давайте помаленьку осматриваться. Фу. Блин, как себя хорошо чувствуешь после того, как валишь тут очередного босса. Ой, это мелочь. Смотри-ка, тут они помощнее. Глубины. Офигеть, это что еще за херь там? Повар. Так, тихо, ребят, извините, я вас побеспокоил. Ну, давай, ну уволь. Смотри, как выживучий. Чуть-чуть остается жизнь. Так, я так понимаю, что...
Мне очень жалко жизни, я думаю, вот сейчас я к нему подойду и вполне имею шанс умереть. Так, давайте вот этих вот убьем. Давай, иди сюда. Готов. И, в принципе, я думаю, пора завершить на этом эту серию, потому что босса мы уже... Тихо. Босса мы уже победили. Так что, почему бы не прекратить на сегодня? Да хоррэ, слышь! Вы еще убейте меня, давайте. Ну твою мать, как я промахнулся, а? Опасные. Уф, ладно. Короче говоря, на этом я прекращаю эту серию. В следующий... Примерно в этом месте окажемся. Сейчас за кадром я сбегаю назад, потрачу души, во-первых, на прокачку меча, во-вторых, на, собственно, на прокачку персонажа. Но это будет все уже к началу следующей серии. Пока что все, с вами был Артур. Увидимся, пока-пока-пока.